Значит, что диктует правила игры? Да? Опять, сама ситуация. Я их трогаю, и вроде я как левша правую, ну что поделать, ну вот так. Это интересное наблюдение, да, что правила игры подвижные. Но тем не менее, вы бы почувствовали, если бы кто-то именно навязал правила игры, да? Что является главным правилом? И, например, в театре, в современном театре, да, как артисты там одеты, это далеко уже не базовое правило, потому что они могут быть как угодно одеты. То есть уже далеко никого не оскорбляет Шекспир в камуфляже. Ну, как бы все привыкли, что может быть как угодно. Надеюсь, вы поживаете хорошо, сэр. Выразил надежду, что он поживает так же. Я ответил, что поживает прекрасно. Одному Богу известно, как мне было тяжко. Пробуем смотреть на вещи с каких-то других сторон и ищем какие-то другие способы мышления, которые вдруг оказываются просто другими театральными языками, с которыми раньше совершенно не было опыта работы. С этими словами бабушка по своему обыкновению повязала голову носовым платком, и я проводил ее домой. Каждый момент времени она подходит. Он указывает на отсутствующее, и вот это его указывание на отсутствующее становится содержательным. Он взял никогда не такой.
что движет этих людей. Ну, то есть, действительно, я смотрел, я думаю, почему кто-то вот этот упорно стоит и не двигается, а этот решил именно сейчас перейти. И у них совершенно, ну, то есть, какие-то, у всех разное что-то, что им движет, но оно их при этом, ну, то есть, как бы... Ну, то есть, когда ты наглядно наблюдаешь и пытаешься конкретно понять, ну... Это вообще крутейший вопрос, что движет. Это же, ну как, современная хореография возникла из этого вопроса. Да, не как ты двигаешься, а что тобой движет. Философия. Философия, в первую очередь. Философия, не психология. Понимаете? Театр, мы привыкли. Театр, психологизм, все там. О! Нет. Философия. Я указываю. Вот он, она, я. А теперь ты. И на их могилах выросли цветы. И на их месте выросли цветы. А вот здесь мы должны закончить эту строчку, чтобы на их месте выросли цветы. Но тем не менее, смотрите, какой кайф, когда вот возникает вот это вот, когда вода переливается. Да, красиво было. Юля, 5. Одежда, 2, вот тонкий текст про паутинку, и когда они вместе звучат, не знаю, у меня внутри там все как-то разрывается. Мне кажется, что я не буду уже прежней. Причем паника, она в голове паника была первые два дня, три абсолютно тотальная, которая вытесняла все остальное, но она как-то приживается и правда спокойнее становится. Мне было очень непросто. Про первые два дня у меня действительно, мне казалось, что у меня тоже как бы болят мозги или как бы закипает голова. Я чувствовал, что у меня она даже приобрела какой-то вес, что она стала тяжелее, чем все остальное тело. Друзья, ну слушайте, а неимоверное удовольствие было всю эту неделю проводить в Красном Хаусе. Витгенштейн! Только свистни, он появится! Витгенштейн! Ну-ка, поясни!